Всем привет! Вы на канале Принцесса Злата. Сегодня мы будем делать уборку в нашем кафе. Здесь такой балдак-балдак. Да, будем продолжать, ребят. И покажем вам как раз наше кафе Enchanty Mouse. Ну, вот такое. С Пики-Какаду. Да. Где наша Пики-Какаду? Сначала тапок соберем. Ой, точно, мы же тапок оставили там. Ой, смотрите, сколько здесь всего валяется. И велосипед. Давайте понемножку будем разбирать. Давайте столик потрем сначала. Давайте. Давай, может, все полочки протрем, чтобы было куда ставить. О, давай. Сейчас уберем столочку. Пи-пи. Вот такое красивое кафе, ребят. Пока Злата будет протирать, я вам покажу и расскажу. Вот такие вставочки здесь есть на всех этажах. Видите, ребят? Такая эмблема кафе. И вот еще вставочка. Видите, это как кухня. Вот сразу понятно, что это кухня. И смотрите, какой шикарный столик. Здесь вот эти все маленькие мелочушки снимаются. И тарелочка, и чашечка вот есть красивая. И там тоже у нас стоит тарелочка, да? Можно коктейль купить и покушать. Еще вот такой мостик, ребят, что-то прицепилось на мостик. И видите, тоже есть крепежи, куда можно ставить как куколок, так и крепить столики. Эта тумбочка тоже с кафе, да? Ребята, посмотрите, какая другая стена. Сейчас увидим. А, с другой стороны тоже есть рисунок, угу. Да? Это на каждой так. Ой, как красиво. Тукан. И тукан сидит. О, боже, как красиво. Это очень важно. Ой, и ящерица здесь, да, тропическая. Боже, коробочка здесь. Вытираю мостик. Сверху крыши повытирала, листики наши пали. Сейчас что-то. Ой, боже мой, сколько здесь пыли. Ну что, начинаем? Тоже кресточка похожая, как у припанды, да? Да, только сидушка желтая, а да. У нее розовая, ребят. Стол тоже почти такой же. Наша барная стойка, смотрите. Барная стойка, да. Смотрите, это отсюда? Да, касса и бочонок меда. Ой, какой красивый бочонок меда. Ребята, вы знаете, что он открывается? И там внутри пустота, можно что-то набрать, да? Вот так круто, смотрите. Этот стол тоже нужно собрать, да? Я нашла, ребят, второй ботинок Пики-Какаду. Смотрите, так гуляли, что даже обувь потеряли. Ой, а что это такое, Злата? Это миксер, ребят, тоже очень красивый. Ой, а с этой стороны даже кнопочка есть, видите? Где это, откуда столик? Я была уже подумала, что это энергоаллигатор. Смотрите, ребят, точно такой же. Ставим разместили сюда. Вот сюда. Где же вода? Какая вода? Вот она. А, принцесса Злата, ребят, сделала с пластилина имитацию воды. Смотрите, теперь у нас в раковине есть вода. Мой секрет, здесь крем. И вот такой у нас кремовый суп. Это кастрюлька, кстати, тоже с этого набора, да? Красивый очень набор. Очень нам нравится. О. Честно, ребят, мы не ожидали, что они такие огромные. О, откуда гитара взялась? Это с другого набора. Мы туда тоже дойдем. Что здесь хозяйка делает? Ой, она ушла уже у нас в солнечную саванну, ребята. Давай покажем куколку, ребята. Вот она. Крылья такие радужные. Волосы огненные, красно-рыжие, да? Да. Красивые. Давайте, смотрите, как видно красиво, какая она хорошенькая. А мы тем временем... О, ребят! А это меню нашего кафе. Смотрите, даже попугай вверху нарисован. И что же у нас в меню? Есть и хот-доги. И бургеры. И бургеры. И фруктовые нарезки, мороженое, десерты. Картошка фри. Коктейли, картошка фри, даже шашлык есть, ребят. И стейки. О, а где как шашлык? Вкусно. Вот овощной шашлык и фруктовые нарезочки, салатики. Ой, очень такой красивый. Куда его надо поставить, не знаю. Может, на стол положим? Кто придет, у меня уже на столе. Вот она у нас так стоит, всех зазывает, ручкой машет, да?
А вот меню, место для меню, ребята, видите? Да. Какой пенек у нас такой удобный вообще. А это у нас кто? Редвард? Да. О, он тоже будет в кафе сидеть. А где же наш малыш Пики-Кокоду, а? Куда он запропастился? Эй. Его здесь, я здесь его не вижу. Может, он тоже там, в солнечной саванне? Нет. Нету, будем искать сейчас. Ой. Вы видели, ребят, какой у нас гамак? Вот такой крутой гамак. Сейчас сюда кого-то положим. Мы даже себе представить не могли, что они такие большие. Мы думали, они на комод у нас поместятся оба. Они на окно с трудом поместились. Так, стали. Тали. Вот, кстати, велосипед Тали. Это Тали у нас в солнечной саванне, а велосипед возле домика панды. Вот это она убежала без велосипеда. У Тали, кстати, видите, тоже волосы. Как уже. Солома. Да, как солома будем так. Их причесывать. Вот, пусть отдыхает там, да, в гамачке. Это убежала, но не будет. Вот, это точно. Вот как удобно ей. Смотрите, как поместилась. А вот и Бандер. Давай его тоже рядышком положим. Какая хотела. Она пусть вот так его обнимет, ручку ей поднимем сейчас. И пусть вдвоем отдыхает. Устали они сильно. Кто у нас здесь еще есть? У нас Екатерина, да? Да. Давай мы ее сюда посадим. Наша Екатерина. Смотрите, какая помощница, а? Готовит коктейли вкусные. О-о-о! Алиса на голове. Тосты на что? Его сейчас причешем, будет все в порядке. Ну что, ты причесалась? Причесалась. Ходила на 3 метра в салон. Там так хорошо меня заделали. Причесали тебя? О, смотрите, сколько помощниц у нашей Пики-Кокоду. И Лариса, и Екатерина, все помогают. Ой, а это что-то такое у нас? Кто-то вообще? Не понимаю. Гризей, да. Я пока помогу немного принцессе Злате. Поставлю нашу клумбочку. Куда мы его разместим? Вот сюда? Да. Вот у нас будет здесь стоять. А спринта куда поставить? Тоже сюда? Нет, давайте его поставим. Ой, ребят, все на месте. Пальму повесили. Да. Гризей, да, наша в ресторане сидит. Вот малыш ждет нашу Фэнси. Фэнси, да, она причесывается, а муж ее ожидает. Думает, где же моя хозяйка? За целое лето так волосы свои испортила. Нужно будет их тоже причесать. Он хочет, так что сидит там? Угу. Все малыши у нас в солнечной саванне. Им там очень нравится, ребята, видите? Вот наши девочки в ресторане отдыхают, ждут свой второй коктейль. Ой, наше меню куда-то улетело. Это мы когда, наверное, листик с пальмой обломали. И меню наше улетело. Сейчас протрем здесь немножко им пол. Потому что они здесь все лежали. Накидали. У Куалы будет прическа, ребята. Ну, так, посмотрите. Ребят, какая прическа у Карины. Кстати, знаете, ребят, что мы вам не показали? Что? Нашего малыша Пики-Кокоду. Где же он сидел? Мы же его не могли найти. А вот смотрите, где сидит. Вот он, наш крошечный попугайчик. И у него здесь картошка фри, соус, ребят. Это, наверное, как лифт, лифт. Да? Это и есть. Да, на бамбуковой ветке такой, видите? Он тут катается, он ездит. Вот, Злата может подвинуть, видите? Он всем помогает. Ребята, посмотрите. Да, велосипед нашей Тали. Давай мы его, может, сюда куда-то поставим, чтобы он не мешал. Там у нас места хватит. Да. А то у нас еще, ребят, солнечная саванна. Здесь все малыши у нас собрались. Также Антик и жирафики наши. Ну что, ребят, будем убираться теперь еще и нашей солнечной саванне. Да. Мы этот вигвамчик, такой домик маленький наш, перенесли сюда. Да. Это у нас наша Джиллиан. Джиллиан тоже, смотрите, уже на голове кошмар. Будем причесывать. Да. А здесь у нас тоже шмалище. Ой, где же наша тряпочка? Нужно здесь вытереть все. Тряпка. Так, ребят, вытерли мы там в уголочке. Да. Ну что, давай, Злат, убирать. Уже будем заканчивать. Вот такой попушки. Да, мы вам показывали распаковку этого набора, ребят. Вы должны были видеть и костер. Что там, тоже грязно? Измазали весь стульчик, да? Да.
и лавочки, и наших двух малышей, нашей Гризельды. Вот у них такие кроватки, ребят. Посадим на лавочку павлина? Да. А вот сюда петушка. Вот. Давай. А, давайте положим туда в ковачок. Всем пока. Вы на канале Принцесса Злата. Ставь лайк. Подписывайся на мой канал. Жми на колокольчик. И всем пока. Ох, я уморилась. Только убирали. Устали очень, ребят. Ох, устали. Вот мы нашу Синделу поставили их к нашим мячанке, Маус. Да, ребят, решили убрать отсюда песок и поставить Синделу. А да. То она у нас одна на полочке осталась, да? Пустить.